В чем отличие сегодняшнего фестиваля, то что город впервые проводит открытый фестиваль. И у нас в этом году участвуют коллективы хореографические из области. Это Свободный, Углегорск участвовал, Архара, Зея. То есть дети приехали издалека. Мы представляем Амурский областной колледж искусств и культуры. Мы учащиеся третьего курса хореографического отделения, студенты, то бишь. У нас на базе колледжа действует, ну, как коллектив граффити. Вот мы представляем на этом конкурсе именно его. Выступаем мы с казачьим танцем, который называется, ну, казачий народный танец просто. Вот. Ну, претендуем на победу, естественно. Ну, насчет волнения как-то не очень, потому что выступаем достаточно часто. Волнение как-то раньше уже было, сейчас подавливается. Ну, танец очень хороший, яркий, веселый, нравится.